Я рада за мою девочку. О, Дэймон! Дэймон! Наша новая любовь! О, он такой милый! Просто прелесть! Э? Что это? Что не так? Это сердце! А! О, нет! Он здесь! Прямо перед нами! Какой он красивый! Что же мне делать? А вот и я! Успокойся! Я все улажу! Я как раз хотела это сделать! У меня есть план! Четыре шага! Шаг номер один. Распустить волосы. Шаг номер два. Подойти к Дэймону. Шаг номер три. Поздороваться. Шаг четыре. Дэймон очарован и влюблен. Отличный план, тревожность. Действуй. Я сделаю это. Давай, давай, давай. Вот так. Вперед. Привет, Дэймон. О, привет, красотка. Оу. Что? О, радость. Что с тобой? Тебя заклинило? О, нет. Радость, не исчезай. Ты закапсулировалась в воспоминаниях. Какой ужас. Что я пропустила? Радость, она... А что там делает стыд? Прошу прощения. Что ей надо? О, нет. Надо предотвратить катастрофу. Подвинься, парень. За дело берется профессионал. Это кошмар. Забудь о нем, Райли. Райли, что с тобой? Вот так. А теперь расскажите, что у вас тут произошло. Кто-нибудь мне объяснит? Тревожность? Стыд? Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, куда подевалась радость. Она там. О, нет, радость! Почему ты нас покинула? Подержи-ка. Думай, тревожность, думай. Должен быть какой-то выход. Вот. Есть идея. О, уже загрузилась. Так быстро. Вот наш план. Мы построим домик радости, и она вернется. Решено. Мой план одобрен. Пока что спрячем шар радости вот сюда, в надежное место. Итак, ты, печаль, будешь тут за пультом управлять всем. Окей. Так, так, так. А я? А ты? Нет, я передумала. Ну, надо же, какие мы нежные. Итак, одна рация тебе, вторая мне. Будем на связи. Бедная Райли, дай волю слезам. Что случилось, Райли? Брайан? Это все так печально. Тебе не понять, Брайан. Фух, работа печали выполнена. Держи, спасибо. Что случилось? А, что нам делать? Что происходит? Что происходит? Так вот, из-за чего ты плачешь. О, Райли, он совсем не стоит твоих слез. Оу, ну ты и плакса. Вау! Это река мыслей. Печалька, продолжаем. Прием. Окей. Подвинься, грусть. Моя очередь. Как я ее ненавижу. Я не знал, что ты такая сильная. Отлично. Эти брусики как раз то, что нужно. Давай, печалька, продолжай в том же духе. Не мешай мне. Я все здесь разнесу. Прекрасно. Брусьев достаточно. Печалька, остановись. О, да. Что? Окей. Эй, гнев, прекрати. Хватит. Остановись, пожалуйста. Антистресс. О, да, как приятно. Давай, печалька. Поняла. Спокойно. Вот сюда. Кресло для релаксации. Чашечку успокаивающего чая. Спасибо. Отдохни, приятель. Все под контролем. О, мне так неловко. Да ладно, с кем не бывает. Молодец, стыд. Дальше я сама. Класс. Я ушел. О, прекрасненько.
Гнев, ты здесь? Приветули. Окей, куда это нам положить? Сюда? Хватит, положи эти деревяшки. Окей. Гнев, у меня закончился чай. Вот и славно, тебе уже пора. Иди отдохни в самом дальнем уголке. Пока. Итак, что я пропустил? Я знаю, пульт мы передвинем в сторону. И это сделаешь ты. А я начну строить каркас. Окей, сейчас. Еще немножко? Фух, это было нелегко. Хочешь мне помочь, печалька? Опс, кажется, я погорячилась. Ничего страшного, для таких случаев и придумали скотч. Мы все склеим и будет как новое. Погнали! Вау, у тебя получается. Держи. И еще один. И еще один. Спасибо. Готово. Парта как новая. Здорово. Сверимся с планом. Маркер, пожалуйста. Держи. Каркас готов. Отлично. Радость засияла ярче. Мы на правильном пути. Отличная работа, Брайан. А вот и учитель. Приветик, мой класс. Привет, лузеры. О, нет. Вызывали? Нет, нет, нет. Ложная тревога. Тебе лучше успокоиться. Всем привет. Печалька, ты становись за главную. Руки прочь. Дэймон снова не со мной. Отлично, печалька, продолжай в том же духе, а я иду к реке мыслей. Начинаем урок. О, нет. Эй, детка, это тебе. О, спасибо, какая милая игрушка. Все для тебя. Он подарил ей игрушку. Ты это видишь? Подвинься, нужны экстренные меры. Активировать фантазию. Дай сюда эту глупую игрушку. Какая миленькая. Попрощайся со своим мягким подарком. О, нет. О, да, подъехал наполнитель. Продолжайте в том же духе. Прием. Окей, вперед, гнев. Окей, меня дважды просить не надо. Прекрати, что ты наделала? Я все поняла, прости меня. Так будет с каждым, кто станет у меня на пути. Достаточно, хватит. Поняла. Эй, гнев, достаточно. Хорошо. Фух, я без сил. Мне срочно нужен отдых. Какая славная игрушечка. Тяф-тяф. Этот песик просто прелесть. Спасибо, Дэймон. Так нечестно. Почему подарок достался ей? Приветик. Вау! Ты уже вырезала нужную форму. Прекрасная работа. А смотри, что принес я. Ткань для обивки каркаса. Окей. За дело. Отлично. Мы команда. Сверимся с планом. Обшивка каркаса есть. Сюрприз. Тест. Почему никто не рад? Тест? Держите ваши бланки. На всех хватит, не волнуйтесь. Начали. Неожиданно. Окей. Ты отправляйся к реке мыслей, а я останусь здесь. Окей. Связь, как всегда, по рации. Что делать? Я не знаю ни одного ответа. Нет, что делать? Что же делать? Стыд. Ты мне не поможешь там, за пультом? Нет. Кто бы сомневался. Печалька, прием. Что там у тебя видно? Ого! Вот это огромная двойка. Время паниковать. Я не знаю, что мне делать. Пс, Райли, держи. Это поможет. Что? Что? А это что такое? Шпаргалка? Нет, на этот раз тебе повезло. Фух, нам повезло. А, неважно. Фух, надень очки. И что будет? А, все ясно. Я вижу ответы. Очки помощи? Класс! Это отличная находка. Смотри, что я раздобыла. Как раз для глаз. Круто! Вот только целые очки мне не нужны.
Нам понадобятся только линзы и краска. Это глаза радости. О, да. Глаза есть. Спасибо, Брайан. Эй, что это? Радости это явно нравится. О, нет. Это неловко. Время вышло, молодой человек. Я не успел ничего написать. Какая жалость. С превеликой грустью я оставлю эту жирную двойку. Прости, Брайан. Это все из-за меня. О, нет. Это все из-за нас. Я этого не выдержу. Ты подвинься. Нет, нет, нет. Все не так плохо. Успокойся, печалька. Присаживайся поудобнее. Вот твое любимое вязание. Отдохни. Хорошо. Ты мешаешь мне думать. Оу, вау, печалька, какая красота. Это как раз то, что нам нужно. Прическа радости. Вау, и правда. Укладка завершена. Прическа сделана. Скоро ты к нам вернешься. Брайан, прости меня. Да ладно, все нормально. Эй, только посмотри на этих двух голубков. Надо отправить им записку. У меня есть идея. Дай мне, я закончу. Лови, лузер. Эй, в чем дело? Что там? Мне не хватает стройматериалов. Весь проект под угрозой. Что же делать? Должен быть какой-то выход. О, нет. Райли плюс Брайан равно любовь. А что это тут у нас? Райли плюс Брайан равно любовь? Вы видели? Обожаю романтику. А, катастрофа! Нет, не ты! Стыд! Стыд, выходи! Эй, есть работа как раз для тебя! Ну что ты там застрял, эй, стыд! Просыпайся, ты нужен Райли! Давай, Соня в капюшоне, скорее! Иди и бери управление на себя, быстрее! Нет, сейчас не время! Давай к пульту! Ради Райли ты сможешь, иди! О, вот это неловко! Что же делать? Ладно, я готов. Руки прочь, Моншери. У меня есть план получше. Смотри на этих двоих. Очень смешно. Дайте сюда. Примитивный пранк из детского сада. Вы не можете придумать ничего оригинального. Что? Браво, Хандра. Ты лучшая. Я знаю. Она профи. О, коробка. Думаешь, что ты самая умная? Сейчас я тебе... О, я вижу руку. Луна, выходи к доске. Кто? Я? Ладно. Не повезло. Реши уравнение. Кто-нибудь знает ответ? Подскажите, пожалуйста. Прости, я не знаю. Не дождешься. Дэймон, помоги мне. Прости, детка, у меня аллергия на цифры. А вот и коробочка. Как раз то, что нужно. Радостные зубы уже на месте. И подушка вместо языка. О, неужели у меня получилось? Какие бестолковые. Ладно, я все решу сама. Ну как? Вот мой ответ. Он самый лучший. А вот твоя оценка. Она самая худшая. Так нечестно. Урок окончен, слава богу. Адьё. Как ты, детка? У нас все хорошо? Нет, все нехорошо. А хочешь пойти в кино? Нет, все кончено. Детка? Вау! Кажется, у тревожности все получилось. Скорее несите шар радости сюда. Положим его в домик. Сейчас она должна ожить. Ничего не сработало. Почему ничего не сработало? Нет, этого не может быть! Снова эта кнопка. Кнопка сердца. Райли, а что ты делаешь после уроков? Эй, Райли, хочешь сходить со мной в кино? Знаешь, что делать? Что происходит? Нет, я не хочу идти с тобой. Да? Ну тогда держи билеты. Наша девочка сделала свой выбор. Брайан, хочешь пойти со мной в кино? Да, конечно. Радость! Вау! А что это?
Радость! Ты моя прелесть! Дорогой, помоги мне! Что? Я не могу разобраться с фотоаппаратом. Давай я посмотрю. Что? А как же я? Привет, можешь подвинуться? Это моя очередь. О, малышка, не плачь. Родители рядом. Папочка уже тут, детка. Отлично сработано, спасибо. Всегда пожалуйста. Грусть. Давай я сделаю фото. Улыбнись, моя принцесса. Поздравляем, ты наша чемпионка, Райли. Ю-ху! Вы видели, как я забила решающий гол? Да, детка, ты была великолепна. О, да, все прекрасно. Итак... Только посмотри на нее, папочка. Думает, что она чемпионка. Да, это правда. У меня есть медаль. Только одна? Ну и лузер. Покажи ей, детка. У меня есть куча медалей. Да, точно. Хочешь сразиться с настоящей чемпионкой? Сыграем? Что происходит? Я не знаю. Папочка, сыграем? Как-то это все необычно. Ну хорошо, попробуем. Что-то я не очень хочу. Дорогой, давай, вперед. Ну ладно, уговорили. Окей. Я готов. Ты промажешь. Ауч. Пап! Ха-ха, семейка лузеров. Еще раз. Опс. Скукотища. Окей, в этот раз я не промахнусь. Зря стараетесь. Ну все, вы доигрались. Что это? Это Глеб! Ауч! Папочка, что с тобой? Мой зуб. Идем, детка. Эта девчонка бешеная. О, да. Приветики. Вот так будет с каждым. Теперь можно порадоваться. Да, мы их победили. Папочка! Райли, ты молодец. О, нет. С этим воспоминанием что-то вот так. Ребята, поставьте лайк, чтобы этот шар починился. Пожалуйста. Какой тут правильный ответ? Что? Мама? Что там происходит? Ау, грусть, я сейчас. Помоги мне. Держись. Вот так, порядок. Спасибо. Всегда пожалуйста. Идем посмотрим, что там происходит. Дорогая, не волнуйся. Дыши глубже. Окей, Райли. Твоя мама беременна. У тебя скоро будет сестренка. Что? Что? Ну, зачем? Это такая радость. Оу. Нам срочно нужно в больницу. Мам, пап. Класс. И что нам делать, я не знаю. Вот это да. Я знаю, в любой непонятной ситуации ложись спать. Уже утро, пора вставать. Доброе утро, грусть. Привет. А чей это чемодан? Я не опоздал? Здрасте. Ау, а куда мне встать? Где мое место? Вот здесь? Кто это? Не знаю. Понятненько. Сколько кнопок? А куда мне положить мои вещички? А кто ты такой? А, привет. Я? Тревога. Ау, очень приятно. Давайте обнимемся. Ау. Что это? Детская кроватка? Райли, подойди сюда. Садись к нам. Познакомься со своей сестренкой. Хочешь ее подержать? Смелее. О, нет, только не это. О, мамочки, я в панике. Какой ужас. Что делать? И что это означает? Райли, что с тобой? О, нет. Что? Я не знаю. Райли, посмотри на меня, детка. Все, хватит тревожиться. Включаем радость. О, она такая милашка. Ух, вы будете лучшими сестрами на свете. Райли, ты просто прелесть. Я рад, что ты... О, тебе уже пора в школу. Быстрее. Вот так. Не забудь рюкзак. Помчались. О, кстати, я пришел не один. Встречайте. Приветики. Я зависть.
Вау! У тебя такие красивые волосы. Мне так нравится. Спасибо. Ты такая милашка. Вау! Какие яркие кнопочки. Только ничего не трогай. Это же королева колледжа. О, класс! Мы можем с ней подружиться. Вау! Она потрясающая. Эй, что с этой девчонкой? Ты ее знаешь? Сейчас узнаю. О, мамочки! Ой-ой-ой, она подходит к нам. Нет! Эй, ты что делаешь? А что? Она идет сюда. Что мне делать? Как я выгляжу? Хватит! Нет, что ты делаешь? Тревога! Надо все исправить. Привет! Мой дневник. Надо же. Что у тебя там? Можно посмотреть? Нет. 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 Там я просто примеряла разные образы. Все в порядке. Королеве это нравится. Как мило. А это что? Тревога, тревога. Мы опозорены. А это так ничего личного. Просто мечта. Королева колледжа? Хочешь занять мое место? Не выйдет, пиявка. Какой позор. Стыд. Приветик. Подожди, я... Это ужасно. Папа? Детка, что случилось? Сегодня на перемене. Это королева. Я разволновалась. И она подошла, а мой блокнот... Моя бедная крошка. О, дорогая. Я никак не могу ее успокоить. Все ясно. У вас теперь новая дочь. Что? Детка, не плачь. Так нечестно. Они меня больше не любят. Вот мы и докатились. Тревога! Что ты натворил? Мне нужен уголок поудобнее. Здравствуй, мое тревожное креслице. И что же нам теперь делать? Что? Больше ты нам не помешаешь. Эй, так нельзя. Что тут у нас? Это как-то неправильно, ребята. Мне стыдно за вас. Эй, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Нам бы сейчас очень пригодилось хорошее воспоминание. Пора спать. Спокойной и одинокой мне ночи. Доброе утро. Доброе утро всем. Можно мне порулить? Прошу. Вау! О, какие славные вещички! И какая погремушка! Да, просто прелестные вещички! Эй, детка, не разбуди сестру! Как ты тут спишь, наша малышка? А что у нас на завтрак? Эй, мам! Она так сладко спит! Обратите на нас внимание! Немедленно! Зависть? Не может быть! Папа! Ах вы! Я вам покажу, что с Райли нужно считаться. Вы меня вынудили. Я хочу есть! Ну вот, ты разбудила малышку. Да что с тобой? Зачем так кричать? Идем на кухню. Только зря разбудила сестру. Сейчас будет тебе завтрак. Вот, ешь скорее, а то опоздаешь на уроки. Это до добра не доведет. Эй, зависть, пустишь меня к пульту? Спасибо. Было очень вкусно, спасибо. Что? Луна! Вау, ты прекрасно выглядишь. Восхитительное платье. Это платье из моего дневника. Она украла мой образ. Нет, пропустите. Она взяла нашу идею. Выглядишь фантастически. Так нечестно. Пустите меня. Дайте мне пройти. Нет, уходи. У меня есть идея. Эти двое слишком много о себе возомнили. Поможешь мне? О, да, с удовольствием. Эй, ребята, попались! Эй, развяжите нас! Отлично, наш план сработал. Ну что ж, приступим. А можно мне? Руки прочь! Сегодня в программе у нас нет ни стыда, ни совести. Мне за вас стыдно. Погнали! Ну все, зря она украла мою идею с платьем. Месть – это карбонара, которую подают холодной. Эй, Луна, привет!
Что? А, теперь ты королева пасты. Да, отлично, все просто идеально. Эй, так нельзя. Прошу, маэстро, пульт ваш. Мисс Спагетти. Зачем ты это сделала? Извини, я случайно. Хватит надо мной смеяться. Королева пасты, ты забыла свои спагетти. Моя детка, папочка тут. Опять он с ней. Кто моя красивая принцесса? Можно мне? Пожалуйста, пусти меня. Папа! Что, детка, что случилось? О, подожди, малышка плачет. Папа! Да, детка? Папа! Я тут, солнышко. Райли, ну что случилось? Подожди, малышка плачет. Папа! Нам тоже нужно внимание. Активировать все процессы. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Умоляем. Папа! Райли, ну что ты хочешь? Тише. Это предел. Райли, марш в свою комнату. Ну и ладно. Малышка, тише. Папа с тобой. О, родители. Я скучаю по тому времени. Мы так весело проводили время вместе. О, какое хорошее воспоминание. Райли может завидовать сама себе. Получилось. Ну все, мой выход. Стыд? Кто тебе разрешал? Мне так стыдно за то, как плохо я вела себя с родителями. Ребята, напишите в комментариях, какие эмоции недавно испытывали вы. Всем спать. А ты? Мамочки, мне стало очень тревожно. Проваливай, ты все равно ничего тут не решаешь. Пора и нам спать. Надо переманить его на нашу сторону. Ага, стой, иди сюда. Я? Ну ладно, иду. Слушай, у нас есть план. Хорошо, я согласен. Отлично. Доброе утро. Сегодня отличный день для зависти. Привет, ребята. Ну, как там дела? Давай, стыд. Окей. Доброе утро, детка. Вот твой завтрак. Приятного аппетита. Опять хлопья. Что ты тут забыл? О, моя ложка. Фу. Что? Кто это сделал? Фу, она вся в волосах. Гадость. Нужно срочно ее помыть. Еще разочек. О, нет, ненавижу, когда ложка так делает. Что происходит? Отлично. Мне уже тревожно. Еще и нога. О, нет, что мне делать? Отлично, подружка. Должен же быть какой-то выход. Что вы тут натворили? Пропустите. Нет, не надо. Будет только хуже. Ответь. Упс, поняла. Проходи к пульту. Ну все. Что происходит? О, нет, он нас всех уничтожит. Ха-ха, почувствуй силу гнева. О, нет, какой ужас. Детка, что с тобой? Ты в порядке? Дыши, гнев. Ты можешь управлять собой? Это так грустно. Наша девочка, успокойся, все пройдет. Итак, эмоции. Слушайте наш новый закон. Теперь пультом не будет управлять одна эмоция. Нет. Окей, как скажешь. Теперь мы будем работать все вместе, как одна команда. Согласны? Да, это круто. Давайте начнем. Уже утро? Который час? Тише, будильник. Что? Сегодня тест? О, нет, как я могла забыть? О, нет, это плохо. Включить страх. И что мне теперь делать? Я очень нервничаю. Тише, мы все исправим. Вместе.
конечно. Почему я не училась раньше? Ладно, выучу сегодня столько, сколько смогу. Отлично, ребята. Хорошая комбинация. Я сдала на отлично с плюсом. Ма, пап, они снова с ней. Приветик, давно не виделись. О, наше сокровище. Я помогу тебе залезть. Смотрите, что у меня есть для тебя, сестричка. А еще я сдала тест на отлично с плюсом. Вау, Райли, ты просто гений. Поздравляю. Идеальная работа. Мы отличная команда. Идеально. Ребята, мы все молодцы. Ну что, ребята, Райли, пора спать? Да, давай. А мы посмотрим ее сны. Киносеанс начинается. Стоять, помни. Ты не убежишь от меня. Я не выпущу тебя из цирка. О-оу, сейчас или никогда? Сколько можно ждать? Мы хотим усыновить дитя, и мы не уйдем отсюда без ребенка. Это понятно? Смотрите, всех детей уже разобрали. Усыновлен, усыновлен, усыновлен. Никого не осталось. Дети закончились. Фух, какой ужас. А что это за место? Комната усыновления? Посмотри. Это оно. Мы берем эту девочку. Как скажете? Улыбочку? Помни, удочерили. Тебе понравится в нашей семье. О, как это мило. Добро пожаловать домой, деточка. Это твои сестра и брат. Оу. Они так весело играют. Куда я попала? Молодец, Паксли. Даже не шелохнулся. Угощайтесь. Нет, детка, спасибо. С удовольствием, вороненок. Мы удочерили, помни. Теперь она ваша сестричка. Правда чудесно. Привет. Идем, я покажу тебе дом. Вот это мой уголок рукоделия. Мое хобби – пытки. Хочешь попробовать? О-оу. Смотри, они уже подружились. Этот капкан мне подарили на 10-летие. Правда красивый? А? Ну, до чего впечатлительно. Венсдей, не пугай сестру. Хорошо, мам. Идем, вещь. С вами так скучно. О, выплюнул. Вот она. Жуть. А что здесь? Интересно. О, это книга заклинаний. Посмотрим. Раздел сестры. Чтобы создать своего близнеца, произнесите эти слова. Помни, сеструс, близнеценус, аномалис, виталис, зло, жабус. Обычные сказки для детей. О-оу. Привет, ты моя сестра-близнец? Привет и прощай. Что? Нет, выпустите меня. Кричать бесполезно. Что тут происходит? Привет, сестричка. Неплохо, ты делаешь успехи. А что это за шум? Помогите, выпустите меня. Так, ничего, тараканы бунтуют. Что-то здесь не так. Я же тебе сказала. Ничего серьезного. Лучше идем на кухню. Я голодна. Ладно. Мямо. Дорогой, перестань, здесь дети. Конечно, дорогая. Жуй, Паксли. Помни, ты переоделась. Красивое платье. Присаживайся. Спасибо. Паксли, поздоровайся со своей новой сестренкой. Привет. Ну, привет. Смотри, дорогой, дети поладили. Как славно. Давай, Паксли, я помогу. Спасибо, вещь. Венсдей как раз поставит стирку. Добавлю розовый отбеливатель. Уже иду, мам. Дай сюда тарелку. Милый семейный завтрак. Руки прочь. Показать тебе фокус. Лучше не двигайся. Кто это сделал? Венсдей. Вороненочек. Что это на тебе? Вещь, ко мне. Стоять. Ко мне, вещь.
Вещь, ну же. Не заставляйте меня делать этот сложный выбор. Вещь, иди сюда. Вещь, я кому сказала? Ко мне. Немедленно. Теперь я здесь главная. Здесь явно что-то не так. Что она спрятала в шкафу? Замок не открыть. Эй, ребята, а вы знаете, кто прячется там внутри? Напишите в комментариях. Бензи, помоги! Она издевается надо мной. Наша новая сводная сестра. Она чистое зло. Ты о чем? Хватит ябедничать, лузер. Помоги, пожалуйста. Позже поговорим. Мне пора. Бензи, а как же я? Что же с этим делать? О! Цифровой цирк, точно! Вот что мне нужно. Где моя книга заклинаний? Не оставляй меня одного на растерзание этого монстра. Я позову подмогу. Циркус Массимус Прохибидиус Ортодонтиус Челюстис Кейнатикус. Явись! Где это я? Кажется, это твой клиент. Помни, я ищу ее целый день. Тебе повезло. Я ее уже нашла. Можешь ее забрать? С радостью. Вот и славно. Все это закончится. Что? Она чистое зло. What? Помогите! Возвращайся и закончи свою работу. Нет, пожалуйста, я больше не могу. Скорее, книга, возвращай меня обратно. Отмени заказ. Прекрасно. Ты позвала гостей, сестренка? Книгу, живо! Лузер! Ненавижу эту семейку. Детка, ты такая славная. Ты украшение нашей семьи. Мама, папа, она вам лжет. Это не та помни, которую вы удочерили. Она зло. Не выдумывай, Паксли. В нашей семье никого не осуждают. Знаешь, в детстве я тоже был проблемным ребенком. Ауч, мои шнурки. Прекрасно. Ну все, тебе конец. Держи на карманные расходы. Ты больше не часть нашей семьи. Зря ты это сделала. Что? О-оу! Что происходит? Вы у меня получите. О-оу! Они все попрятались, как крысы. Где же вы? Начну поиски вот с этой коробки. Тук-тук, кто там? О, мамочки. Ну что ж, достанем тебя оттуда. Оу! Пусто. Какая жалость. А чьи это глаза? Нет, нет, это не я. Нет, ты! Я знаю, где ты прячешься. О-оу. Обожаю эту игру. О-оу. Мне конец. Выходи, Паксли. У меня тут много снарядов. Кто-нибудь, помогите! Вот так. О, нет, все закончилось. Ладно, переходим к плану П. Пицца! Где она? Паксли, выходи! Ты не сможешь устоять против горячей, ароматной пиццы. Пицца! Я иду к тебе!
Моя прелесть! О, нет! Та-дай!